Напоминаю, следующее упражнение у нас плие. И носочки. Раз, два, три, четыре. Хорошо прорабатываем стопы, прорабатываем наши подъемчики. Стараемся как можно сильнее развести колени. Втягиваем живот, втягиваем ягодицы. И хорошо давим на ручки, прорабатываем нашу именно грудную мышцу. Хорошо, сейчас у нас есть минута отдыха. Я знаю, тяжело, но не бросаем. Последние упражнения самые эффективные. Все. Звоночек, будильничка.
отдыха. Сделали глоточек водички. Отдышались. Не садитесь, девчонки, лучше походить. Походить, восстановить дыхание. Когда мы садимся, у нас сразу же мышцы начинают расслабляться, а это не очень хорошо для тренировки, потому что потом будет сложнее выполнять. Так что не садимся, ходим, дышим глубоко, глоточек водички. Последний круг. Хорошо разводим колени в сторону. По идее, у нас тут должна работать внутренняя часть бедра. Максимально стараемся развить свою поворотность. Хорошо для тазобедренного сустава тоже. Втягиваем ягодицы. Хорошо. Потрясли немножко ножками. Расслабляем их и готовимся к нашим выпадам. И в конце сделаем небольшую растяжку. Сейчас растягиваем переднюю часть бедра. Растяжка помогает расслабить и восстановить мышцы после тренировки. Она избавляет от крепатуры. Если и будет крепатура после тренировки, то она будет значительно меньше. Тянемся примерно секунд по 20-30 на каждую ногу, так чтобы было приятно. Абсолютно любая растяжка, она должна быть всегда приятной, и никогда не растягиваемся через боль. Если вдруг чувствуется резкая боль, надо сразу же остановиться. Сейчас делаем захват впереди, будем растягивать бедра и ягодицы. Это хорошо разрабатывает тазобедренный сустав.
Меняем положение ноги, так больше захватывается именно бедро и ягодица. Немножко вращаем. Меняем ногу, то же самое проделываем. Немножко потрясем ручками, потому что не устали, держа ноги. Сейчас растянем немного плечо и кисти рук. Растягиваем плечевой пояс, ручки за головой, тянем аккуратненько. Все должно быть приятно, плавно. Ручки в замочек. И наклоняемся вперед. Сводим лопатки, спину держим ровной. Колени ровные. Все, мы молодцы. Задание максимум на сегодня выполнено.